Нельзя же так жестоко с людьми. Все же мы люди. Нужно по-доброму к людям относиться. Все же мы люди. Все мы люди, надо по-доброму. Все ж мы люди. Что я буду сегодня делать? Я должен созидать, мелками рисовать. Так, пожалуй, пойду и буду рисовать, куда мне прикажет Бог бессознательно. На бессознательном уровне он мне прикажет. И будь что будет. Точнее, он скажет мне, куда идти рисовать. И я повинуюсь внутреннему голосу. Буду рисовать. Жаль, что никто не поснимает на телефон процесс рисования. Меня никто не любит в этом городе. На самом деле. Вряд ли кто-нибудь из вас оценит, кем я был для вас здесь. Это очень эгоцентрично звучит. Никому не нужен дурачок, который рисует, ну я дурачок, который рисует на серых стенах пейзажи. Никому это не нужно. Никому. По крайней мере, этот сказал, что я интересный человек, этот предприниматель, который шаурму открывает. Я это запомню на всю жизнь. I love you. I love you. Girl, I love you. I love you. I love you, girl. I love you. I love you. I love you. I love you. No bother. Я люблю. Бог. Подчиняюсь Богу. Прошу тебя, дай мне выдержать эти страдания. Я иду рисовать сегодня. Иду рисовать то, что ты хочешь. Покажи, Господь, мне путь. Покажи мой путь. Веди меня. Я сниму очки, и пусть меня собьет машина. Если ты хочешь этого. Я буду рисовать. На меня будут кричать, угрожать, хватать меня. Помоги мне, Господь. Защити от капканов, расставленных вокруг меня. Средь бела дня я буду рисовать, ни от кого не прячусь. Да.
Можешь еще кофе налить или чай лучше? Пожалуйста. Я просто воды бы попить какую-нибудь, ну, связанное с водой что-нибудь. Ох, если бы ты вернулась ко мне, у меня бы вновь возник аппетит. Когда я вчера шел и плакал по улице, я думал открыть все эти видео, закрытые, где я рыдаю по девушке своей. Я совесть, чтобы вы посмеялись, да? Хрен вам. Зачем мне открывать, если никто не сочувствует? Считаю, что я какой-то актер. Ну, хорошо считали, что я актер. И даже лучше, чем если будут считать, что я реально плачу. Ладно, короче, ребят. Девчат. Некая особа согласилась ко мне приехать из... Она не из Красноярского края, она неизвестно откуда. Из Томска, что ли, или из... Откуда-то оттуда. Я ее даже не знаю, у нее анонимная страница. Надеюсь, все будет хорошо. Попрошу у Бога, чтобы все было хорошо. Чтобы никто не был в обиде, никто не был огорчен, чтобы все было хорошо. Пожалуйста, сделай так, чтобы все было лучше. Чтобы было лучше нам всем.